Наводнение в Иране. Число жертв превысило 60 человек. Из-за угрозы прорыва плотины на реке Дес-и-Кархих в юго-западной провинции Хузистан эвакуировали 96 населенных пунктов. От наводнения, которое охватило более 10 провинций Ирана, по последним данным, погибли 62 человека. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает Анадолу. Согласно заявлению главы Института судебной экспертизы Ирана Ахмеда Шуджи, жертвами стихии стал 21 человек в городе Шираз провинции Фарс, 14, в провинции Луристан, 8, в провинции Галистан, по 5, в провинциях Мазиндеран и Хамадан, 3, в провинции Северный Харасан, 2, в провинции Кахгилу и Байрахмет, а также по 1, в провинциях Харасан-Резави, Керманшах, Хузистан и Симнан. Из-за угрозы прорыва плотины на реке Дес-и-Кархих в юго-западной провинции Хузистан эвакуировано 96 населенных пунктов. В то же время представитель управления Ирана по борьбе с чрезвычайными ситуациями Муджиба Халиди сообщил, что в результате наводнения в Иране погибли 57 человек, еще 478 пострадали. Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнений в Иране достигло 44 человек, еще 265 получили травмы. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.